Куликово поля, все оцеплено для того, чтобы не было провокаций. Милиция, национальная гвардия, полиция. И вон там он происходит манифестация. На металлоискателе время уже 12:30, а здесь стоит около, ну, как человек 300, которые пускают по маленькой толике совсем. Вот люди стоят на проходе в рамку. Вот аж сюда очередь. Вот аж очередь там. Одна очередь, другая очередь, другие рамки. Идем. Я туда поднимаю. Я туда поднимаю. Вот, собственно говоря, и рамка. Так прошлый сет был перекрыт. Все равно и вот людей не пропускают. В разговорах, да. А выходить отсюда же или там где-то? Там даже. Первая, потом вторая, хотя они... А когда начнут пускать? Как же, кто что там положить? Разрешить руководство. А по какой причине не пускают сейчас? Нам не объясняют. Путин бросил. Да, вот это его больше не... Места там не хватает или что? Опускают всех или только тех, кто поддерживает? Всех. Всех пускают? Они пускают порции. Так, ну давайте уже, нам тут жарко стоять. Проверка. Все. Проходим. Прошли через рамку металлоискателя. Людей начали почему-то пускать. Видно, поняли, что... безопаснее людям находиться внутри, чем снаружи. Извините, а вы можете как корреспондентом быть? Да. А можно вас тогда попросить с вашим телефончиком? Мы сейчас спросим, почему микрофон не разрешили. Александр, вот такой вот вопрос у нас с товарищем. Значит, накануне было договорено и разрешено внести сюда усилительную аппаратуру на Куликово поле, чтобы могли родственники сказать так, чтобы их люди слышали, чтобы кто-то мог выступить, чтобы это было хоть раз сделано по-человечески, потому что видишь, два года назад аппаратуру запретили. Кто из них? Да. Ну, наверное, кто конкретно? А кто согласовывал? Вот он правильно же задает вопрос. Да. Ну, как бы, если вы найдете там людей, которые с усилительной аппаратурой, то они ответят на этот вопрос. Организация 2 мая. Если вы не найдете, или кто-то из ваших ребят, люди, организация 2 мая, было, да, можем выйти и найти. Начальника областной полиции. Я ему позвонила, спросила насчет, говорю, вы же обещали. Вот, говорит, вы же не уходите здесь. Я хочу к вам подвести этого ВСЕшника. Хорошо? Ну, может, еще что-то будет тогда. Может быть, микрофон. Может быть, Саша, будет. Main question for us. Yes. Okay, and we are trying to find the truth, what has happened, and we hear the stories, and I know the fascists here in Ukraine try to burn the building,
They burned the building. You know, now try to find the truth. The truth, yeah. The truth, okay. And there was investigation about okay, it, right, yes, about yes. That, and it's now it's ongoing. Ongoing investigation. Yes, okay. Okay, because we need a lot of experts. Yeah. Experts. It's very, very hard work and okay. And okay. So today we for us it's very, very important. It's commemoration yes, of what happened. Yes. Yes. For the victims. Yes. Yes. Okay. Yes. Specialist. Let specialists to investigate it. And today we can yeah. ensure it's public order. Minister Interior. You are? Affairs, yes. Yes, yes, yes. Okay. Yes, yes. А вот name? Huh? What is your name? Сергей Яровой. Сергей Яровой. What's your name, sorry? Сергей Яровой. Okay. Сергей? No. Яровой. Сергей? Яровой. May I give you my card? Мы не кричим, они почему? Никого не забирали. Они ведут себя как мы. Я прошу вас прекратить шум. А зачем так себя вести? Скажи, пожалуйста, а много вас сюда зашло вот, противников? Мы говорим, у вас много зашло противников вот этого митинга? Все уважают Сашу, которая... Я знаю, но я вот смотрю на человека напали, или что-то милиция. Нет, женщины кричат неадекватные лозунги. Зачем кричать? Если здесь кто-то хочет из поминального мероприятия сделать политическое событие, это недопустимо. Здесь пришли люди помянуть, все, больше ничего не должно быть. Всякие лозунги, кричалки, они здесь неуместны. Людей, которые якобы пришли помянуть. Это не... Здесь люди с разных сторон, с разными взглядами. Поэтому важно понимать. Все, уходим, чтобы не провоцировать. Цветы. К дому профсоюзов, который стоит с выбитыми стеклами до сих пор. Следы огня, правда, убрали. И вот сегодня тысячи одесситов пришли помянуть память погибших. К сожалению, тут пускают через металлические рамки таким образом, чтобы... Было здесь определенное количество, чтобы не создавать видимость, что очень много людей хочет прийти. Поэтому люди приходят, возлагают цветы, уходят из Чехии, из Германии, Швеции, Франции. Якобы картинка. Нидерланд. Испания. Сейчас посмотрим, что его не вижу. Испания. Израиль. И поэтому я полная ответственность на это вам говорю. Вот и все, плохо слышите, если он до сих пор еще здесь стоит, а вы меня хотите арестовать, да? Я уже была там. А люди знают. Люди знают, и люди вам вас просят. Тогда мне объясняют. Я вам объясняю, почему я вас... Вы кричите для людей. Так мало собрал. Бандеровский, 2 мая, бил людей здесь, вот шел, бросал, вот он в черном стоит, видите, отворачивается, слушайте. Да, вот он, этот парень. Я 2 мая, я медик, я приехала в 9 часов людей. From... Ко мне обращаетесь? Это УВСЕ, он медик. Вы знаете этого человека, что вы его оскорбляете? I don't know. Это УВСЕ, он знает. Что, я тоже могу сказать, обвиняю. Если человек что-то совершил, ну, значит, есть расследование. Зачем, зачем вы его что? Обвиняете в чем? Значит, знает. Видела, если знает. Меня не было в 14 что ты году, говоришь? Вообще. О прошлом году? Вы просто хоть людей цепляете? Не в прошлом году. Не было тебя? А где ты был? Уважаемый гражданин, да? Посмотрите на мужчину. Я так сам. Он вас не знает. Да. Вам лишь бы покричать?
Ты на нее смотри. Меня зовут Руслан Коцаба, я с Украины, западной Украины. Я сейчас приехал в Одессу на памятные эти все поминальные мероприятия. По тяжелой дате, когда 3 года тому назад, 2 мая, убили много безневинных людей, в том числе стариков.